Награду ему лично вручил губернатор Вениамин Кондратьев. Также поздравил митрополита с прошедшим днем рождения. Ему исполнилось 75 лет. Вы любим народом Кубани, всеми православными жителями нашего края, и несете в их сердца, в их дома радость, несете свет, несете то пастырское слово, которое так необходимо, наверное, в нашей непростой жизни. Поэтому там, где вы служите, всегда полон приход. Вы как отец, духовный отец, окаймляете и ощущаете все проблемы сегодняшней человеческой жизни. Поэтому, наверное, вы так любимы, и я могу вам одного только пожелать. На самом деле, долгих-долгих лет жизни. Нравственность, те основы, о которых мы сегодня говорим, они полностью соизмеримы и соотносимы с тем, что говорит нам Русская Православная Церковь, что нам говорят святые отцы и вы, дорогой Владыка. Поэтому нам очень важно, чтобы вы стояли во главе сегодня нашей Краснодарской епархии. Вот. И как можно дольше мы могли вас слышать, видеть и ощущать ваши напутственные слова. Я благодарю вас сердечно за эту высокую награду. Непростое время мы проживаем. И очень хочется еще вместе с вами, со всеми тружениками Кубани, с жителями нашей Кубани трудиться, молиться в мире, в любви и согласии. 49 лет Исидор посвятил служению церкви. За эти годы он неоднократно был награжден церковными и государственными наградами.